И последнее. Тысячи россиян уже воспользовались хэштегом «Я служил», чтобы поддержать в социальных сетях акцию Министерства обороны. Они выкладывают фотографии разных лет с комментариями о том, в каких регионах и частях отдавали воинский долг. География снимков от Калининграда до Сахалина и Камчатки. На кадрах моменты приема присяги, полевые учения, процесс укладки парашюта и прохождение полосы препятствий, дежурство на радиокомплексах, уборка снега около казарм, а также сотни других моментов, с которыми пользователи ассоциируют годы службы в армии. Некоторые выкладывают в интернет сканы черно-белых фотокарточек, снятых более 30 лет назад. И абсолютно все вспоминают друзей-однополчан, с которыми приходилось делить и радость, и печаль. Акция посвящена Дню защитника Отечества.